хочу сказать несколько слов по поводу прошлого сезона. Нам вручили нашему проекту приз «Лучший реализованный проект 2015 года». Давайте обратим внимание на то, что если предыдущий сезон великолепный, уже имеющий прекрасные отзывы, он прошел, ну, как бы в таком пилотном формате, ведь на самом деле мало сделать такой выдающийся театр, это огромная работа, но я напомню, за что я всегда признателен и руководителям театра, и труппе, что все эти годы они ждали этого момента и работали. Таким образом, когда сцена стала возможно для их работы, они уже были готовы к ней приступить. То есть коллектив, который уже и по репертуару, и по своим возможностям, был готов к этому щедрому дару. Но мне хочется сказать, что для нас, конечно, открытие сезона – это праздник огромный. И то, что это было, этот долгострой весь был решен молниеносно. И действительно, я мучил Кибовского десятилетиями. И он, видя меня, у него губы сжимаются. Поэтому я ему безумно благодарен. И могу это сказать смело. Спасибо. У Дмитрия Бертмана такая концепция. С самого начала была и всегда была. Что давайте поставим оперу, как будто Верди написал Травиату для нас. Вот он написал клавир. Мы не знаем, как это было раньше. Мы открываем клавир и ставим то, что там написано. И вот эта вся команда Геликона, она это осуществляла. Поэтому нельзя сказать, что это какое-то что-то экстравагантное. Просто любой спектакль, если вы придете на Кармен, или вы придете на Садко, или вы придете на Леди Магнуценского уезда, это очень трогательный спектакль. Нельзя быть равнодушным. Ой, я не знаю, имею ли я право раскрывать все тайны, но постановки, безусловно, будут. И премьеры будут. И, надеюсь, мы не только порадуем, а и удивим очередной раз публику. Вот, ну, первое, что ожидается, это будет после Нового года премьера «Турандот». В новом сезоне у нас будет несколько премьер. Надо отметить, что зал княгини Шаховской, белоколонный зал княгини Шаховской, мы отдаем под специальные проекты. Театр как бы расширяет рамки своих возможностей, той творческой радости, которой он может поделиться со зрителем. В белоколонном зале княгини Шаховской у нас состоятся и джазовые вечера, у нас будут концерты камерной музыки, у нас будут концерты барочной музыки. Вы знаете, что у нас установлена звонница. Я все время думал, как же так, у нас не хватает большого колокола, который вот так по мурашкам. И наш друг театра берет и делает такой спонсорский вклад и покупает нам колокол, который нам выливают в Воронеже, уникальные мастера, большой царь колокол, который у нас теперь есть. Давай, откройте. Так, все, давай. План 27 сезон. Страшно просто. 27. Ужас. Так, быстрее бы уже сделали какие-то врачи бы пересадку тела. Быстрее бы сделали. Пересадку мозга и тела. Знаете, как Покровский говорил, если каждый в этой стране будет знать наизусть Евгения Онегина и хотя бы один раз послушает оперу Чайковского, то мы проснемся в другой стране. Я уверен, что это так.